Привет! Сейчас будем с Аллочкой готовить эти сайра, консервы. Сайра, вот Алла купила такую сайрочку. Вот на 6 штук мы берем 3 пакетика чая и на каждый пакетик получается по 3 стакана кипятка. Вот 1, 2, 3. Вот. Есть. Теперь сюда бросаем кориандр. Вот такой кориандр. Вот, сыпем. Побольше, да, Ла? Ну да. Ну, чтобы вкусно было, да? Да, да. О, запах уже. Угу. Пошел. И перец душистый. Угу. Перчик. Так. Хватит, да? Угу. А? Да, достаточно. И, наверное, я, Аллочка, добавлю от себя. Вот тут у тебя есть смесь перцев. Ну, если поострее, то да, можно. Это смесь 5 перцев. Угу. Хватит, да? Да, хватит. Все, это пусть настанет. А лаврушка? Нет, подожди. Уксус. Так, уксус. Уксус. 3 столовых. В общем, на 2 вот таких рыбки 1 столовая ложка. Сереж, уксуса. А, вот он. Он 9%? Да. 9%. А так как у нас 6 рыбок, значит, мы ждем 3 столовых ложки. 1, 2, 3. Все, хорош. Так. Ставим пока тут. И потом 0,5 соли. 0,5 столовых ложки. Ой, чайных ложки. На 2 рыбки. Ну, так как у нас 6, значит, мы 1,5 бросаем. Все. Закрываем. Теперь... А лаврушка? А? Лаврушка. А, лаврушка. Забыл. Сегодня у нас очень ароматная вот лаврушка. Ага, Галочка купила. Настоящая. Ту, что привозит. Ну, 4 листочка хватит? Да. Таких, а? Да. Так, теперь берем эту сайрочку. Разделываем. Голову отрезаем. Интерьер. Ага. Все, что есть в печи. Все на стол вещи. Хорошая, плотненькая такая. Свежая, видно, что. Что-то? Угу. Ну ты же 5 дней покупать даже не будешь, да? Ну, конечно. Боже. Мы за экологически чистые продукты. Так, куда там экологически чистые? Там в океанах столько и в морях отходов. Вот если бы в озерах. Ну, сайра в озере ж не растет у нас. Ну, я имею в виду, понятно, ну, да. Что не растет. Икра? Молоко? Да не знаю. Сейчас посмотрю. Не, ничего тут нету. Но рыбка жирненькая, хорошенькая. Раз.
Вот так вот чистим ее. Внутренности выбрасываем. О, жирное. Жира полно. Надо вот этот жирок, наверное, назад. Да? Угу. Она же будет сама по себе, она тогда жирная. Угу. Вкусненькая. Вот так вот. Мы любим консервы из сайры. Будьте здоровы, Алла Михайловна. Перец. Что ты как шпион? Перец до сих пор уж. А это нашли в интернете такой рецепт и решили попробовать приготовить сами. Ну вот что получится, неизвестно. Ну, будем пробовать. Да что ты? Так, последнее. Вот. Вот. О, жиру, раньше. Так, это кошка, да? Угу. Теперь режем сайру на порционные кусочки. Ну, так как утом. Алла, не надо, Алла. Просто стой и снимай. Как у банках. У консервах. И мы так режем. Сегодня у нас будет, ну это не сегодня, это может быть аж на вечер, а может быть на завтра, потому что ее надо довести потом до кипения, ну сейчас вот еще там, а потом на медленном огне 2,5 часа, пусть она на самом медленном, пусть она 2,5 часа томится, а потом... Но смотрите на вот этот раствор, который в кастрюльке, чтобы не было воды. Тушить до тех пор, пока не испарится вся вода. Поэтому тут 2,5 часа, это как бы относительно такое время. Ну, просто ориентировочно имейте в виду, что 2,5 часа. А там смотрите, чтобы она испарилась. Осталось одно масло. Сейчас мы еще нальем масло. Так, все, рыбку мы с вами порезали. Ой, жирок. 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 Так, теперь... Нет, это не получится. Теперь берем... Любую. Запах обалденный. Кориандр с перцем и с лавровым листочком. Вообще супер. Мам, попробуй пока там. Бабушка идет с проверкой, что мы тут муздыкаемся.
Сейчас, мам. 2 минутки. Бабушка переживает за цыплят. Она же нас директор домашний. Ах ты, елки зеленые. Птица. Ну, оно быстро упало, я быстро поднял. Поэтому не считается. Так. Есть. Такой. О, как раз кастрюлька, мама. Угу. Так. Теперь. Теперь лавровый лист, черный кориандр, душистый перец. Вливаем растительное масло. Уксус, соль мы бросили. Так, растительное масло. Растительное масло 100 грамм на 2 штучки. Ой, ну так как у нас 6, значит 300 грамм. Вливаем. Какой брать? Вот это? Да. Сколько туда? Это литровая, да? Не, да, это литровая, да. Ага, значит, тут пол-литра. Значит, 300 грамм. Почти все. Ну да. Хватит, да? Лей. Еще? Угу. Угу, хорош. Все. Сынок. Соня Шныкова Алия. Угу. Так, все. Все, теперь ставим на огонь. Доводим до кипения. Доводим до кипения. И потом выключаем на медленный огонь, я вам говорил, пока испарится вся вода. И 2 кипятим. А потом даем остыть. И потом приступаем. А это вот купила Аллочка такие сардельки из Жанны из Доти. И вот такие. У нас сегодня банный день, так мы их вот так вот на шампур будем одевать и на углях запечем. И после баньки с огурчиками, я вам говорю. Ну, а это я вам потом расскажу, это другое уже блюдо. Ну все, давайте, пока.